Первые парты героев появились в камчатских школах. Образовательная инициатива реализуется в рамках партпроекта «Единой России. Новая школа». Торжественные линейки, приуроченные к открытию парт героев, прошли в понедельник 9 декабря в средних школах номер 30, 40 и 9 Петропавловска и в школах номер 3 и 9 Вилючинска. Парта героя предполагает, что школьники будут мало того, что сидеть за этой партой, они будут знать об этом герое и, конечно же, как можно больше помнить и найти героев из бывших выпускников своей школы, из окружения того, нашего города, в котором они живут. Это как бы продолжение всех тех проектов партии «Единая Россия», как историческая память, как новая школа, как год учителя, который проводится. Эти все проекты направлены именно на сохранение памяти. Памяти людей, которые уже не знают войны. Памяти того поколения, которое знают только по книгам, по рассказам. И тем более важно, чтобы они помнили вот эти все события, не только военные далекого времени, но и события, которые происходят героически в нашей современной жизни. Среди героев, чьи именные парты появились в камчатских школах, павший смертью храбрых моряки-подводники Михаил Дубков, Александр Авдонин, участник Сталинградской битвы и штурма Берлина Иван Петренко, погибший в Чечне десантник Илья Маскаев. Все они учились или преподавали в школах, где теперь увековечена их память. А в школе номер 40 Петропавловска появилась именная парта сегодняшней ученицы, девятиклассницы Карины Парышевой, которая в 2018 году вывела пятерых малышей из горящей квартиры. Право сидеть за партой героя будет присуждено учащимся за отличные оценки и активную общественную работу. В этом проекте, который предложен был и партии «Единая Россия», именно школы выбирают того героя, которого они будут представлять для своих учеников. Проект призван дать ученикам возможность вспомнить тех людей, которые защищали свою родину, защищали свой город, и для себя знать историю о том, о тех событиях, которые произошли в 1940 году, в 1945 году, о тех героях, которые защищали нашу родину, и хранить эту память именно на школьной парте. То есть вот такие школьные парты будут установлены, мы надеемся, что во всех школах города, потому что к этому проекту мы приглашаем подключиться и остальные школы, заявиться с предложениями о тех героях, которые бы они хотели увековечить для своих учеников. В партии «Единая Россия» мы будем всегда ждать их предложений и поможем реализовать данный проект. Всероссийская акция «Парта героя» реализуется в образовательных учреждениях в рамках партийного проекта «Единой России. Новая школа». Ранее партпроект выступил за расширение списка заслуженных деятелей, чьи имена могут быть представлены на парте героя, и включить в него тех, кто не успел получить награду, но внес вклад в развитие страны. Так речь идет не только о ветеранах боевых действий, ветеранах Великой Отечественной войны, но и о заслуженных деятелях культуры, спорта и науки.